Добрый день, друзья. Я сегодня 25 ноября. Сегодня мое такое видеообращение связано с той игрой, в которой я участвую в Тушнинской средней школе «Рыбофонд». Вот. И одно из заданий, которое дала Арни, связано с тем, что нужно рассказать, почему я стал партнером данного мероприятия. Поэтому хотелось бы все-таки высказать позицию, для чего вообще существует партнерство и вообще для чего нужно быть соучастниками таких процессов. Во-первых, если вы считаете себя гражданином России, если вы патриот своей малой родины, если вы считаете, что будущее России зависит не только от вас, но и от нового поколения, то мы должны в это новое поколение вложить мудрость, ту, которая, к сожалению, была потеряна. Иногда ругают советскую власть, ругают этот период исторический. Но тогда я застал его краем, так сказать. Тогда, в тот момент, очень много времени уделяли именно передаче молодому поколению информации о ценностях жизненных, о необходимых трудовых, доблестных достижениях и о развитии человека как личности, самоличности и человека, личности в обществе. А общество в своем таком первоначальном этапе — это именно школьное сообщество. Помните, сколько организаций существовало при школе? Октябрята, пионеры, комсомольцы. Все эти ступени развития человека, ученика, они позволяли ориентироваться и в дальнейшем спокойно, без каких-либо нагрузок, люди, школьники, трудоустраивались, они были всегда вовлечены в какой-то процесс. Поэтому я обращаюсь к людям неравнодушным. Неважно, где мы работаем, на стройке, в больницах, в той же школе или на предприятии, нам необходимо понять, что для будущего развития нас как личности нужно помогать школам. Я сам не из Тушнинской школы, я из Силикатинской школы, но участвуя в этом проекте, я хочу помогать детям Тушнинской средней школы, чтобы по окончании школы они не только возвращались домой и трудоустраивались или создавали рабочие места на территории Тушнинского сельского поселения, но и они были полезными проводниками тех новых процессов, которые происходят для выпускников, для подрастающего поколения. Может быть, они будут создавать свои семьи, и их дети будут учиться в этой школе. Вот. Поэтому я приглашаю участвовать и быть партнерами в образовательных учреждениях не только Тушнины, но и ряда других поселений, где вам именно хочется. Я думаю, что все директора, руководители и те сообщества, которые существуют, может быть, не в рамках этой игры, а так, они будут рады, когда к ним будут приходить бывшие выпускники, партнеры и оказывать всестороннюю помощь. Помощь, она не только может быть материальной и не только моральной. Помощь может быть и ежедневной, и в рамках каких-то проектов. Достаточно иногда поддержать и сказать доброе слово и поделиться мудростью и опытом того, что ты имеешь в рамках реализации себя. Вот. Я стараюсь максимально рассказать и показать всем желающим о том, что такое вахта, о том, что такое одно из интересных направлений – это золотая промышленность, гидрометаллургия. Для того, чтобы любой желающий мог понять, как добывается золото, как создаются условия, при которых компания выдерживает мировой стандарт и является одним из лучших в мире. Это все нужно смотреть на образцах, на примерах. Вот, поэтому приглашаю и предприятие сельхозназначения, агрофирмы, которые находятся на территории Тушны, фермеров, приглашаю предприятия, которые находятся на территории нашего поселения, Кварц, Силикатчик, везде нужны специалисты, и экологи, и узкоспециальности, чтобы они обратили внимание на то подрастающее поколение, на те условия и те сообщества, которые работают у нас в районе. Кадры решают все. Золотые кадры,
которые есть в России, они появились не в Москве и не в Питере, они появились в глубинке. И дай бог всем здоровья, учителям, коллективу, родителям огромное спасибо, то, что вы вкладываете в своих детей. А детям я желаю именно любознательности, познавательности и умения ценить то добро и ту мудрость, которую вам дают окружающие. Всем хорошего настроения, счастливого пути, продолжаем играть и, надеюсь, партнеры присоединятся. Если будут вопросы по взаимодействиям, готов участвовать, обсуждать и помогать.